Короткий выпуск. Как Катя кусает Егор. Специально для YouTube. Ай, меня укусил комар. Уже все испачкало, все волосы, все руки. Ну ладно, приступим. Уверена вам? Ай, кусает меня. Я ем гору, у меня есть комар. Противный. Оу. Шикарно. Куда еще положить свои зубки? Оп. Тем не менее, все еще момент откусить от горы. Более удобный. О, вот тут. Вверх. Какая опасная расщелина над головой. Тут мои нависают просто как сталактиты. Куски мела. Ну, какая дыра. Я боюсь удалять, вдруг на меня кто-то выпрыгнет. И больше влога мелового тогда не ждите, если это случится. Опять падаю. Прекрасно же, да? По маленьким кускам расцарапал все ноги, крапиву, колючки. И тут на встрече с ними такой красавец попадается. Не устоять просто. Все, как я люблю мой размерчик. Этакий стервец, как хорош. Как думаете, сколько весит? Я думаю, не меньше 40. Дорогие мелоеды, у нас розыгрыш ильинского мела. Всего лишь нужно угадать вес этой глыбы, и первому угадавшему я отправлю 1 килограмм абсолютно бесплатно. Удачи!